Обалдеть, 6 утра. Доброе утро. Это да? Да. Пора бассейном заниматься. Да, завтра надо просто из носу спускать его, мыть. Угу. Потому что это скоро ли камыши пойдет. Вот у нас снег, летний снег. Ужас какой. Всем привет! Всем привет! Ну что, показывай, что ты там творишь? Ну, пока не особо творю, но... Погорелец. Проходной узел. Проходной кто? Узел. Сонь, ты поняла, о чем речь? Господи. Тут и так пройти. Наворотил. О, боже мой, какой бардак. Ой-ой-ой-ой. Так, рассказывай. А чего рассказывать? Вот, наглядный пример. Специальные вот эти вот негорючие, но даже они не горючие, они... Противопожарные, да? И противопожарные, я не знаю, как это называется, плита. Но она тепло не передает. Так, а провода? Ты убрал, да, их? Да. Угу. Так, а туда вату будешь делать теперь? Нет. А что? Так, оставь. Правда? Ну, я еще раз не в один слой, а в несколько. А что ты, ну, вот эту вату не хочешь, от которой не горит? Ну, во-первых, я слышал, что труба читать. То есть труба должна быть свободна? Ну, типа, да. Чем меньше прикосновений, тем меньше опасности. Ну, к трубе, да, в этом моменте, да, если там набьешь этой ватой, то тепло будет, вата будет сдерживать тепло и как бы туда-сюда будет. Ну, так же очевидно было, как с этим. Все, тут немножко приошибся. А тут нет. А тут нет. Хорошо. Пес, пойду за. А это что такое? Где? Это пила называется. Кто пил? Пила. Кто пила? Это ты пила. Я вот не это, пила это. А это пила, как она называется? Фиг называется. Какая красота. Сабельная, во, как она называется, пила.
Мухи белые летают кругом. Ужас просто. Вот сколько потолок. Соня, иди сюда. Смотри, сколько здесь куча дрыщ. Ага. Вон сколько. Снега. Максима. Класс, да? Угу. Двух лягушек спас. Наконец-то дождь пошел, а? Как я его ждала, чтобы пух появился. Не помогает? А его надо замачивать и оставлять минут на 5. На 5 и оставим. Не помогло? Да, вот такая вот у нас водица. Я тоже унитаз с зубами стираю. И кёрхер не помогает. Не, ну это целый бассейн. Что делать-то? Таким. Не знаю. Живот же отмывает. Где он отмывает? Мне кажется, отмывает. Вон. Поздравлять новоиспеченную бабушку. У друзей пополнение. Внук родился. Пиво. Ты же знаешь, мало не бывает. Алкоголики приехали. Спасибо. Где Дед Махровый? Дед не просыхает. Просто. Ларик, Ларик. Одну тихо. Горечку. Здраво. Банька. Я его мыл.
Я даже не знал. Даже не знал? Его из бассейна прям вытащили. Поздравляем! Смотри, какие мне цветы привезли. А что тут? Окунь. Переодевайся. Ну, ты ж махровый. Приехали. Ура! А ты что, на шампанском? У нас покрепче, не знаю. Понял? Ты у нас есть беленький, блин. Вот. Поздравляем Арчибая и Верону Ханум с рождением Алтынбайчика. Ура! Поздравляем! Наша полковина! Поздравляем, поздравляем. Давай-ка поведи. Поздравляем, поздравляем. Верона, мы уже тут собрались потихоньку. За вас, родители. За вас. И за богатыря. Да, с ночи не просыпаемся, доченька. Не просыпаемся, он хотел сказать. Да, не просыпаемся. Ой, блин. Сладкая моя. Ура-ура. Это видео? Да, это говорят, что поздравляем. Поздравляем. Ура, ура. А, нет слов. За богатыря. За богатыря. Богатырю богатырское богатырство. Вон глаза такие. О, глаза такие, смотри, правда. Ну. Смотри, на задних лапах. Игрушка такая. Очки. Уберите. Мешает, да? Уберем. А дома она к ней не может прыгнуть. Наверное, да? Еще не могла. На пол. Ух. Что там происходит? Хочу тоже посмотреть. Голову залезла. Так, так, иди разберись. Сейчас будет туда драка. Посмотрела. Сейчас будет прыгай. Драка. Так, стоп. Смотреть. Пени. Мишу не трогать. На задние лапы. Они такие глаза бешеные. Что тут у вас происходит? Еще мой не хватает, бля. Три поколения. Мал, мала, меньше. Что вот если оставить? Смотри, смотри. Инстинкт. Вот. Такая малипуська. Я имею в виду кошка. Неужели она что-то... О, вот, все, в домик. Поел, попил? Нет. Все друг за другом наблюдают. Дорогая Вероника, я очень за тебя счастлива, рада. Все у тебя... Я надеюсь, что все у тебя будет хорошо. А я как крестная мама, уже крестная бабушка, обязуюсь помогать... советом, воспитанием, вещички уже берегу, Димины, люблю, целую. Ура! Ура! Ура, 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 ура. Все это пришло к тому, что сейчас появился еще один маленький человек. Еще что принимать решение. Да, а дальше принимать решение еще и не раз. Если бы чего-то не было, то всего вот этого вообще, всей нашей встречи могло бы и не быть. Вот. За ваше решение, за вашу жизнь, за ваши правильные решения. В общем, решения. Вот это вот. Вася! Эй! Эй! Каждый шаг был верен. Алена!
Танечка, спасибо. Каждый шаг был верным. Все было правильно. Все было правильно. И ни капли сомнений вообще. Да. Я когда смотрю на всех вас, я когда все вижу и понимаю, что происходит, мы же это все пропускаем через себя.